планете что? Земля умирает. Он рушится. Что ты хочешь, и он Юля? И дематериализуется на ваших глазах. Сейчас придет многие, твоя Юля. Вот стань ты, кусюка. Вот стань, дай послушать. Имеет склонность оглядываться назад на то, что терпит неудачу, что падает и что исчезает из этого мира, как жена Лота в библейской истории, которая была наставлена, чтобы хочешь, не оглядываться. Многие любят хорошо подолгу смотреть на то, что ломается и остаются там среди обломков руин и дискомфорта. Сетуя, траур твоя и оплакивая их происходящим миром, который только что был почесать. И в котором они всем сердцем считают важными. В своем спасителе и в своем путь жизни. Просто потому, что они не практиковались в квантовом путешествии во времени и приняли сознательное дыхание и духовное расширение, необходимое для просмотра шире, гораздо более правдиво и гораздо более свободно и плавно в настоящее время. И тем не менее, все научатся сознательно и глубоко дышать божественной праной, таким образом, как часть пути и пути вперед. Ибо божественное дыхание в партнерстве с Источником, с Гаей и с этой живой разумной вселенной для того, чтобы превзойти крушение путей и старого мира и подняться к новому. Вот вы и на Раз, пороге два, декабря 2022 три, года. Четыре. Ваш мир уже не то, что было в январе этого года. Ты куда полезла? Воспоминания историка. Вы куда, находитесь куда в совершенно полезла? Новом квантовом мироздании во всем времени и пространстве. Вы уже создаете не может его прямо разбираться. Сейчас с другими пробужденными душами. Не может. Те, Харита, что ты там взяла? На планете Земля, и те, кто помогает ее божественно ожидаемому косточку от финика взяла. Что ты взяла? Косточку от финика? Точно! Я сейчас ела финик. Положила косточку, она упала со стула, и вот это грызет ее. Мусоросборник мой. Ой, дурандотина.